Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня у нас будет кулинарный влог. Мы готовим торт сметанник. Это фирменный торт моей свекрови Марины Павловны, и сегодня я ей буду ассистировать, она будет готовить. Всем приятного просмотра. Итак, мы берем стакан сахара, стакан сметаны. У нас сметана 20%. Ну, не обязательно 20%, да. Какая у вас есть? Чайная ложка соды. И все размешиваем. Итак, первый коржик у нас запекается на 180 градусов. Коржи очень тоненькие, поэтому нужно их не проглядеть. Итак, у нас уже практически готовы светлые коржи. И сейчас мы будем делать коричневые коржи. Все то же самое, только с добавлением какао. Такая у нас гора получилась. И сейчас мы будем промазывать всю эту красоту сметаной. У нас получился тортик, мы его промазали. И сейчас отправляем его в холодное место на всю ночь. И уже завтра будем украшать. Тортик постоял всю ночь в холодном месте, он у нас весь пропитался. Сейчас мы будем его украшать. Украшать будем крошкой. У нас остались вот здесь вот коржи бесхозные. И мы именно вот сейчас в блендер их закладываем и будем делать крошку. Итак, вот такая красота у нас получилась. Такой вот тортик. Я думаю, что он будет очень вкусный. Во всяком случае, коржи просто обалденные. Как вафельный рожок в мороженом. Ну и потом, надеюсь, в разрезанном виде вам еще покажу, если успею, пока его не съели. Так что попробуйте. Это очень-очень вкусно.